Главная новость. Временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Носов сегодня прибыл в Магадан. Завтра его представит полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. А сегодня Сергей Носов дал эксклюзивное интервью магаданским вестям. Задача одна, еще раз, главное привлечение инвестиций, развитие края, снижение затрат, улучшение ситуации в коммунальной сфере. Ну, а, кстати, я хотел сказать, что эти проблемы стандартные для всей Российской Федерации. Где-то больше, где-то меньше, есть свои особенности. Поэтому надо сейчас уже, планирую знакомиться с людьми, встречаться. Наверное, дальше уяснение ситуации надо на место выезжать, смотреть. Ну и уже следующая неделя довольно интенсивная с точки зрения встреч, общений, в том числе и на выезде, насколько я понимаю. То есть начнете все со встречи, общения или какие-то еще? Это самое главное все-таки одно дело прочитать, а другое дело выслушать людей, которые здесь работают, у которых есть опыт, квалифицированное мнение. Я думаю, это очень важно.